Ой, блядь. Привет, дорогие друзья! Сегодня в наших гостях такая чудесная игра, как Чучел. Я случайно на нее наткнулся сегодня на Ютубе, когда смотрел свои рекомендации. И мне очень захотелось в нее поиграть. Актуальность этой игры была 4 года назад, но думаю, никогда не поздно попробовать. Поэтому давайте-ка мы и начнем. Так, и что это такое? Я, кстати, слышал, игрушка очень упоротая. Поэтому чувак просто дрыхнет в коробке. Какие-то непонятные птички. Ну, попробуем потыкать. А, нормально. Получается, он типа... наверное, это его дом. А это... Он в него тоже кинет тапок? Или нет? У него... Сколько у него тапков, интересно? А если еще раз так сделать? Я понял, у него тапки не кончаются вообще. Нормально. Окей. Слоник. А, это получается, нам нужно... Как громко. Нам нужно его разбудить, получается. А он, падла такая, не хочет разбудиться никак. Ну-ка, а эта штучка... Сирена чисто. Ой, бля, не повезло, Фляксе. А, хорошо. А что у нас еще есть? У нас есть какой-то чувак с бутылкой. Ой, бля. Нормально, он себе всю голову пропил. Ничего не помогает нам бороться с ним. Я не хочу... Нет, я опять пустил эту анимацию. Ну, елки по... О, стоп, а это уже... Что происходит с ним? Что это за херня? Просто... Он сейчас... О, проснулся все-таки. Ага. Вот это у него зубки. Вот это я понимаю. Ага. О, бля, это что за рука такая? А, вишню спиздили. Верни, скотина. Чем-то мне напоминает чувака из «Кадетства соседа», который был тем самым соседом злым. Пусти меня, скотина. А, вишня. И чё? Так, бегать мы не можем, управление не работает. Мы можем нажать. Он спокойно идет. Это чё за хер? А, и как забрать ее? А если мы... Можно подпрыгнуть как-то? Нет, нельзя. А если мы... Вот так сделаем? Ага! Кто-то же... И вот чувак, вот он доволен этой вишенкой своей. И опять у нее забирает. Я так понимаю, нужно проходить левелы разные. Ага, теперь вишня на дереве. Забираться на дерево. Ага. Давай вот так. И чё? И чё дальше? Блин. Сейчас дерево упадет. Вау. Понимаю. Чувак просто хотел вишенку. Бедный чучел. И опять я так... Что это за хрень? Это типа... Какая-то лысая... Картошка с хвостом. Лысая картошка с хвостом. Ага, до сих пор видео. Вишенка упала. Ее спиздила желтая носатая канистра. Хорошо. И теперь мы можем вести переговоры. Можем с картошкой вести переговоры. Ну нет, нахер эту картошку, потому что она у нас пиздит эту вишню постоянно. Попробуем с ним поговорить.
Давай, падла, отдавай. Ага. А если еще раз попробуем? Падла, отдай вишню. Ну нафига нам на него забираться? Какой это толк принесет? Во что поговорим? Да, вскрой его и отдай мне вишню. Бля, такой, опа, все делать самому. Окей. Хорошо, а его можно бросить в него? А, ну, кстати, тоже прикольно. За последний волос нормальный. Офигеть. А это тоже не работает, получается. Так, ну хорошо. Что у нас там осталось? Забраться на него так, а даст ли какой-нибудь толк? Какой-то... Можно будет использовать знак, но... Пока что пробуем еще вот так. А, это... А-а-а, я понял. Все, хорошо. Можем его оббежать. Получается, они до этого воевали друг с другом, а потом решили объединиться, потому что этот хрен забрал у них вишню. И теперь никто из них не сможет ее поесть. Прикольно. А, это что такое? Ну-ка. Покрутить? Ладно. Допустим. Ну, это не работает. А если вверх? Ну, вырвать-то... Не получается. Не хватает сил. Чувак, больше растишки нужно было есть. Хорошо. А его можно за хобот подергать как-то? Нет? А на себя тоже ничего нет. Ну, еще раз поговорим, попробуем. Он уже бесится по полной. Не понимаю, он действительно тупой, он просто троллит его. Который еще и петь умеет. Это что такое у нас? Ну-ка. Что замигало? Да танец. Какой-то танец. Допустим. Мы научились танцевать. Мы научились что-то делать. Ну, давай. Попробуем. Они решили сделать подкоп и вытащить знак. Ну и на кой черт им этот знак нужен? Они будут вскрывать им как консервная банка его? Или... Ну, теперь я, получается, беру его. Ну да, логично, он вырывается. Все хорошо. И... Блядь, мне... Теперь нужно попрыгать, чтобы отворить его... Ну, конечно. Но нужно больше. Хорошо. Повисли и начинаем. А как? Вообще никак не получается. И картошку мы тоже заиндюрить никуда не можем. Хорошо. Тогда нужно побольше веса. А где нам найти этот самый вес? А если мы напрыгу это сделаем? И сюда. О, найс, супер. Блять, картошка, стой, нет. Не трогай. Вот скотина. Хорошо. О, тут и челики флексят. Что вообще происходит в этой игре? Что за упоротая хренотень? Ага, бежит, бежит. Вот давай, консерван, отдай на моя вишня, ёб твою налево! Ну все, теперь уже... Это лягушка? Или... Что можно сделать? Попробовать поймать. Ну, окей, попробуем. Кажется, оно не работает.
Я правда промахиваюсь или... Получается, я и правда промахиваюсь. Сейчас, хорошо. Вот сейчас. Да, бляха-муха. Да давай. Так, сейчас вот. Падает. А в смысле? Ну-ка, пиздуй. Да-да, давай, доставай. Блин. Это была хорошая попытка. Так, картошка свалила. У нас осталось только что. Это что новенькое, ну-ка. А он ее, ну, блин, это было... Что? За что ты, мать твою, какого хрена просто? Сожрал. Фу, он же такой скользкий был. Бля, я просто... Это шедевральная игра. Еще и вишню спиздили. Бедолага. Что ж. И что теперь мы будем делать? В погоню, ребята! Нам нужно достать его! Ну, из этого больше всего летабельно, на мой взгляд, это вот хренотень. Поэтому, давай, полети. Чё так, слабо? О, так. И чё дальше? Мы летим. А, о, бля. А как? Стой. А, ну хотя бы не нужно постоянно пробовать. Давай. Нормально. Хорошо, идем, в принципе. Опять эта рука. Нет! А, вверх нельзя вылетать, получается. Хорошо. Так, давай, чучел, работай. Сука, да чтоб вас, что ж вы все прыгаете-то, а? Ой, блядь, так, вниз. А, ну да, я проебал момент. Давайте, пиздуйте. Ага, отлично. Летим, да? Что за... Просто какая-то упоротая вселенная. Какие-то непонятные слаймы или что это такое. Я сегодня такие штучки Монпасье видел у себя в супермаркете. Тоже довольно забавно. Теперь что мы? А, это вверх ногами. Да. Штука не перестает меня удивлять. Вот что я могу сказать, ребята. Ой. Да ёб твою налево. Опять моя рука сейчас. Да ты сука. Да я просто хочу забрать свою вишенку, парни. Или не парни. Да бляха муха. Чёртова рука. Что? Чья это рука вообще? Это рука автора или что это? Еще какие-то, блядь, непонятные. Да в смысле? Я же прошел, алло. Блядь. Да чтоб тебя. Все, я не нажимаю. Дайте просто пролететь спокойно. Аккуратно. Вот, я лечу. Да, сука. Так, я лечу. О, я улетел. Хорошо. И теперь все очень просто. И мы просто пролетаем. Ага. Найс. Мы летим. И нас, блядь, сожрал как... Понял. Хорошо. Ах ты ж сука. А как здесь? А, ну вот нормально. Да, блядь, даж. Это получается нужно в самом аккуратном этом. А как? Алло! Блядь, так он на рандоме выплевывает. Да ты задолбал, отпусти меня. Можно как-то? Ага. О, найс. Все, полетели. Отлично. О, ночь. Типа. Ага. Мы вам, ребята, не мешаем. Мы спокойно летим. Я лечу довольный. Мой чучел замечательно летит на этой штуковине. На своем новом друге. Ага.
Ой, бля, как вас много? А как? Ну, ну да, я все поймаю сейчас сначала, я только потом допру. Так, уже половина. Бля, не трогай. Ага, о. Ай, какой он здоровый. Еще тебе жопа торчит. А, не застряли, ну прикольно. О, бля, кто это пришел? О. Какой добряк. Взял и освободил их. Легко и просто. И никакой магии. Теперь мы берем. Отпусти мою вишню, скотина. Я не понимаю, почему он до сих пор... Стоп. Бля, а что делать? А как? Они тоже в ахуе. Я в ахуе. А почему не убежать нельзя? Новое. Новое. Хорошо. Окей. И нам снова нужно достать эту гребаную вишню. Но как же нам знать, что это снова не бомба? Ага, достань мне, говорит ее. Блядь, а вот она тебе очень нужна, я смотрю. За нее столько проблем. Это как... это белка из ледникового периода бегала постоянно за орехом. И вечно какие-то проблемы происходили у всего мира, включая нее саму. Она посмотрела. Не достаю, не достаю. Хорошо. Я. У нас есть улитка какая-то, типа Гэри. Ой, что за флекс? Ух ты, блядь. А как она там поместилась? Хотя я не перестаю удивляться просто. Ага, и что же с ней можно... А зачем нам прыгать ей в рот? И мы можем улыбнуться ей, но сначала улыбнемся. А, она просто свалила внутрь и все. Но это не то, что нам нужно. Ух ты. Да типа центр улиточный. Мы можем выбрать какую-то дверь определенную. Давай Пакмана. Даже красная дорожка. Просто закатала беднягу. Ай, что мы делаем? Ага. А зачем еще разобрать? Ага. А ну это просто, это очень просто. Это не настоящий Пакман. Тут все на лайте. А, ну теперь уже, конечно, да, дело другое. О, это будет так долго. Ёлки-палки. Так, хорошо. Ползли. Потихоньку, помаленьку. Хаваем эти бишенки. В принципе, он бы этим уже давно наелся. Но, вероятнее всего, ему этого будет мало. Ему нужна его заветная любимая вишенка, за которой он так долго охотится. Поэтому будем что-нибудь пытаться уйти делать. Но они хотят все сделать вишней. Они как-то странными маршрутами гуляют очень. Ну вот они... Блять, как-то... По-ублюдски это все работает. Так, стоп, стоп! Вы чё? Ах вы, суки. Они просто... Видел? Они просто взяли и обошли. Они с двух сторон меня обошли. Что мне это зелье даст? Может быть... Пробовать взять его? А, можно было нажимать. Стоп. Но... Блять, какая-то жесть просто. А, ну они потихоньку, да, потихоньку заполняют все-таки эту хрень. А, блять, уйди! Сука, ну у меня кнопка не нажималась. Я нажимал все это время на Shift, оказывается, а не на кнопочку вверх. Ну, блять, здорово, спасибо, конечно. Что я могу сказать? Так, все, забрали последнюю вишню, и нам... Супер.
Нам открывается, видимо, следующий уровень. Я не пойму, это обязательная штука или не обязательная? Потому что мне, честно говоря, не хочется все время тратить на эти вот побегушки. О, это вот неплохо. Ага, собираем, собираем. На самые сложные места собирать в такие моменты. Опять куча косточек, блядь. Спасибо. Ага. А одного грохнули. Что там дальше? И сюда, блядь, ты. И ты. Куда бежал, блядь? Ну-ка, стой. Хорошо. Отлично. Ай. А эти чуваки, они респавнятся, я понял. Коллективный разум. Распавнились почти одновременно. Блядь, уйдите. Не надо, дядя, не надо. Блядь, мне пиздец, мне пиздец. Ну конечно, так, конечно он зайдет, ну как же по-другому может быть? Ну я и не сомневался. Спасибо. Ага, нет, я к тебе не пойду, дружище. А вот теперь можно и зайти в гости. А ну-ка, блядь. Туда тебя. И вот это вот собрать. И вот этого. Давай, давай. Хорошо. Отлично. Просто супер, я бы сказал. Так, мы это собираем. А он к нам не идет. Поэтому все замечательно. Еще я заметил, что, кажется, зелья вот эти вот, они респавнятся, да. Они появляются заново, потому что иначе это было бы, ну, слишком сложно проходить. Честно говоря. Потому что очень много этих челиков. Очень много вишен, которые не могут превратиться, пока они по ним не пробегут. Как-то нужно в это время выживать. Блять, нет! Хорошо. Ну чё, сука, чё, хотел меня схавать? Да, я тебя сам схаваю. Ага. И вот этого еще. И вот этого. Куда ты побежал, блядь? Туда тебе. Бля, опять нужно... Ага, вон там зелье еще вижу. Просто камера стоит так неудобно. Я снимаю на iPhone, потому что у меня камеры нормально нет. Которая бы работала от ноутбука или как-то снимала просто отдельно. Приходится создавать костыльные варианты, чтобы хотя бы как-то вести съемку. Но я думаю, с камерой все-таки получше, чем без нее. Хотя бы можно посмотреть на меня. Вот. Ага, собираем. Сейчас еще сразу за этими вернемся. Двумя. В принципе-то почти и не осталось этих вишенок. Всего ничего их здесь. Успею, нет, не успею. Ну тогда вот так. Все, теперь точно успел. Супер. Медаль получил. Неплохо. Итак, мы прошли. И что теперь? Мы с тобой можем сделать? Ну, это же такое. Покрутим. Не крутится. Ну, видимо, улитка может покрутить. Бля. Выплюнь. Ака. Хорошо. Ну, если мы опять нажмем на морду, что тогда будет? Не придется же играть в другую игру, надеюсь. Блин. Да ну тебя нахер, а? Это можно пропустить как-то? Ладно. Поиграем в следующую игру. Это вот хрень. Потому что я подозреваю, что справа Тетрис. А в Тетрис я пока не очень хочу играть. Чё? Стоим, кайфуем. Пружинки. А, подожди, а чё? А как? А как быть? А чё нужно сделать? Дойти просто? Может быть, их нужно бить? Я не знаю. Или на них нужно напрыгнуть? Я могу стрелять как-то? Не стрелять я вообще никак не могу. Так тоже не получается ничего сделать. Можем просто бегать. Ну и нахер оно нам надо просто бегать. Я, честно говоря, не очень хочу на эти капли наступать. Хотя, возможно, я и ошибаюсь. А чё делать-то, ёпта? Ну я могу бегать. Ну-ка, что там у нас, значок какой-то. Тыкаем.
и скачем. Ну, это логично. Это я понял, но я не дурак, как бы, да. Но, а что дальше? На этом же все не останавливается. Ну, мы скачем, вот еще. Ну, давай накаплю. Давай каплю свою. Кролик, мне нужна твоя капля. Вот оно чё, да, я тут, конечно, поздно допёр, но хорошо, ну не так, так бы сразу и сказали, вот есть капли и давай наводи шум здесь. Я бы сразу, я все понял бы сразу, а тут вообще никакого ничего тебе. Уклоняешься как дурак, а оказывается тебе нужно именно их использовать. Вот я знал, я не знал, ну теперь я знаю. А чего он орёт, если он все равно им всем напиздячит только так? Я что-то не понял. А. Теперь они меня пиздить могут, значит. Ну ты скотина какая, а? Вот тогда тебя сюда. Нет, я уже на это попадусь. Не надейся, дружок. Блять, я все капли пропустил, спасибо. А сейчас мы их по-быстрому отстрелим. Последних двух. Давай, блять, иди. Ага, и ласт. Все, найс. Супер, супер. Какие они просто побитые, какие-то плоские, как тарелки на ножках. Убегают в ужасе. Это что за херня? Ты что, нахуй ты прилетел сюда? Иди давай. Черная капля. Ага. Че? А, это типа босс. Ну давай. Вот на это я попадать не хочу. А, ну мы, значит, ну уклоняемся, окей. Вроде не сложно. Вот так вот делаем. А, ну это вообще имба получается, ничего сложного. Или может нам эти тоже нужно собирать? Ну-ка. Блять, попади в меня, попади, попади, попади. Попал. На тебе. Теперь он голубой. А, ну все. Блять. Да чтоб тебя. Ну-ка давай свои капельки. Ну, косовать немного, но... Простите меня. Ну ты будешь стрелять? Ну он просто летает и все, я ничего поделать не могу с этим. Давай, дружок. Мне нужны твои капельки. Не, я... Да ёпта. И чё? Давай. О. О, все. Иди сюда, блядь, ты. Ну-ка. Да ты чё, блядь, ты чё, серьезно? Ну-ка, блядь, пиздуй. Вот так тебе, блядь. Какой хитрый, а подпрыгивай, он в сторону улетает. Это черная капля. Ага, все. Сейчас я его подловлю. Вот сейчас. Блядь. Хорошо. Так, все, взял. Блять, нет, 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 нет. Вот сейчас. Хорошо. Все, туда его. Все, до свидания, дружочек. Сломался. А если вот это? Что будешь делать? То же самое? О. Подожди, ну у меня две медали. Ну я забрал, допустим, вот эту вот штуку. Ага, забрал. Спасибо, дядя. И стакан съел. Все равно не дотягивается. Давай, давай. А чё, почему? Ну как же так? Это несправедливо. Ну, это офигенная штука, на самом деле, так-то, если прикинуть. Становиться таким высоченным. Ну, тогда... Кстати, у нас была ведь еще одна медаль до этого. Можем еще взять что-нибудь по чеку, вон ту штуку. Заодно посмотрим, что еще там будет. Ну, давай кексик. Да-да-да-да, его-его, правильно, правильно.
Интересно, что за потайной карман он использует, чтобы хранить свои медальки? Так. Вау. Вот это нормально его раздуло вообще. И все равно, сука, не дотягивается, не получается у него. Вот как ни крути, он свою вишню достать нормально не может. Обязательно нам придется проходить последнее испытание. Он такой упоротый. Чисто как голубь смотрит по разным сторонам. Или упоротая овечка из Майнкрафта. О, спасибо, что привел меня в чувство. Ну давай тогда последнее испытание. Походу Тетрис. Ай. Угу. Как же он теперь зайдет? А-а-а. Схватился. Да, это походу 100% Тетрис. Тут я уже даже не сомневаюсь. Нам придется от него уклоняться, судя по всему. Да, мы можем прыгать. И нам нужно не сдохнуть. В целом, довольно дефолтная ситуация. А как, а мы не можем сами Тетрисом управлять? Нет, нет, не можем. Ну, значит, это будет долго. Что ж, тогда можем поговорить. У меня вот на канале есть еще один недавний видосик про козла. Если вдруг ты любишь смотреть симулятор козла, или смотрел его раньше и хочешь поностальгировать, можешь посмотреть его у меня. Он вышел пару дней назад. Там набралось очень мало просмотров, но ты можешь все исправить, если вдруг захочешь это сделать. А пока что мы стараемся выживать, но что-то, мне кажется, я не доживу до конца, учитывая это огромное количество блоков. Ну, пока вроде хорошо. Ну, как-то что-то не по правилам Тетриса все это работает. Они совершенно разного цвета, но тем не менее. О, это бомба-блок. Что-то мне не нравится. Он мне совсем не нравится. Я не хочу к нему подходить. Ах ты ж, блядь, их что-то много становится. Но пока терпимо. Ну, это детский вариант. Так, стоп. Алло. Алло, а чё, а как? Да твою... А, ну... Ну ладно, хорошо. Ёпта. Чё? А чё? А чё будет сейчас? А эта вся штука, она чё, херанёт разом? А я вот не хочу туда подходить. Давай ты сам как-то. Ну-ка, блин. Сука. Хорошо, давай, аккуратно. Блять. И чё? Отпрыгнем? Не получается. Нет. Да. Да что ж ты, сука? Как мне тебя пройти? Ну, ну вот они ставятся еще дальше. Но это я уже видел. Возможно, я очень сильно туплю, но я честно, друзья, ни хера не понимаю. Что он от меня хочет? Он там? Блять. Может, обратный отсчет, я не знаю. Ну, давай пробуем быстро забраться. А. Ну, ладно. Это было гораздо проще, чем я думал. Оказывается, это был просто обратный отчет до взрыва. Ну, давай, теперь я хочу таблеточку. Да, давай. О, таблеточка. Да-да, давай мне колеса, дед. Вот такие у меня награды. Оба. Кушай. Теперь я барцука. И чё, он допрыгнет или? А, ну, блядь, да. Давай ручку крутить, давай. Да ну нет. Хватит. Бедняга. Все, давай крути ручку. Теперь-то у тебя все получится. Угу.
Давай, давай. Вот оно пошло. Бля, сейчас улитка схавает его, слушай. Я что-то так и думаю. Все. О, супер. Давай забирай быстрее. А, руки, рук-то нет. А улитки они есть. Не вздумай трогать мою вишню. Ах ты ж, блять, а. На картошку. Ну хорошо. Хотя бы так. Что происходит? Что за невероятный движ? Что-то все просто. Сказано не трогать. А если потрогаю? Так. Нет. Этому явно трогать не надо. Пизду отсюда. Маленький фиолетовый. Давай-давай, пиздуй. Сиди с места, не слезай. Какой назойливый маленький ублюдок. И шо ты его держишь? Неплохо. Это прям, это похоже на ограбление века, дорогие друзья. Определенно. Опа. Ну, походу, не в этот раз. Чучел. О, какие упоротые деревья растут. Это бобы. Чуваки жрать хотят, сразу видно. Стой, а чего не видно, что ли? Чучелом вход запрещен. И как быть? А может он уснет, если всех? Заткнусь. Я не могу просто теперь ничего сделать. Он меня не пускает. Он говорит, пиздуй. Мы тебя сюда не приглашали. Что мне это дает? Я могу им рот закрыть кому-нибудь. И чё? Чё здесь? Угу. Давай, друг, у меня есть идея. Ты мне для этого нужен. Сиди, блядь. Всё. Сел, сиди. В этом часть плана. Угу. И что же? А, ну зачем тебе бобы эти нужны? Боб. Ну да, он так один хер их не достанет, как ни крути. А если пошатать? Не, ну кстати, неплохо получается. О, ну, вот, супер. Сожрал. Ну что-то ему нехорошо. О, офигеть. Чего? Это я понимаю, он на себя наштопал семейку очень быстро. Это что за хрен? Не-не-не-не-не. А моего? Верни! Ну? Хотя бы вернули. Могло бы быть и хуже. Просто посмотрите на этого упоротого крысоподобного картоша. Он выглядит просто очумительно. У него такие белые бусинки. Ну что? Ну он все, он стал курочкой. И как нам быть? Что мы теперь можем сделать? А! Можем пройти. Нет, не надо, не надо. Все, да, беги. Ты не чучел, ты просто курочка. Все хорошо. Алло, так это курочка, ёпта. Ты чё, глаза разуй, дядя?
Он что-то так... А он ему представление показывал. Ах ты сука. И все равно он меня не пускает. Все равно он не хочет меня пускать. Вообще никак. Ну давай мы попробуем на него скинуть эту маленькую штучку. Ага, давай, кушай, дядя. Пусть он не хочет, он меня бросил. Сейчас еще раз. Ага. Ну нет, это так не работает. Хорошо. Тогда оранжевая. И вернемся, посмотрим, что будет там с другой стороны. В другой части экрана. Да, побежали. Что у нас тут? Мы видим какое-то прекрасное яблочко. Мы его съели. И теперь... О! Прикол. И что мы теперь? Паучара получается. Ага. Кушай, дружочек. Опять колбасить начнет. Ну блин. Ну это так не работает. И вот так он меня тоже не пускает. Да что ж тебе? Чтоб тебе. Козел. Так что? Мы взяли его. Может его можно продать ему? Или засунуть в рот кому-нибудь? Поставил. Ну нет, так это не работает. Хорошо, возьмем его еще раз. И дадим ему. Ну. А чё, он же не чучел, типа. А почему так? Хорошо. И чё тогда? Нет, я не хочу это дерево. Я его уже пробовал. Ну, не надо, нет. Я хочу вот это вот дерево и пробовать пауком что-нибудь замутить. Сейчас сходим туда. Вот. Едим это яблочко. Попробуем вот так подойти к нему. Да и так тоже меня не пропускает. О! Что, все заткнуть надо получается? Я сомневаюсь, что это получится. Мне кажется, это дохлый номер. А нет, получилось, что же. Тогда берем его. Его взяли. Поднесли сюда. Дали поесть. Он стал паучком. О, работай. О, отлично. Теперь его нужно взять, да, и понести вон туда. Поставить его на первую четверку. О, отлично. Теперь берем еще одно яблоко. Яблоня сейчас потряслась. Берем еще одно яблоко. Во. Ага. Я надеюсь, это хотя бы как-то поможет. Может, он уснет, я не знаю. В тишине. О, отлично. Охренеть, он храпит. Как же теперь пройти? А, они все просто упрятались и все. Все гораздо проще, чем казалось. И сука, он опять забирает нашу вишню. Ах ты, гребаный кусок дерьма. Чертова рука автора. Не дает бедному чучелу покушать вишню. Уже который, мать его, раз. Он играет на гитаре круче меня. Это я понимаю.
Что ж, еще один повод для комплексов, как говорится. Теперь желешка будет нас мучить. Спонсор сегодняшнего дня — мармеладка. Отдай, сука, вишенку. Не отдает. Ну, это было ожидаемо, во всяком случае. Вот такая, сука, ох ты, блядь, вот твоя вишенка, на, забери свою вишенку. Что же у тебя не получается? Да пошел ты нахер, ублюдок. Чучело еще до тебя доберется. Это наебка. Это все наебка. Ну, конечно. По-другому у нас не получалось. Ну, давай вот так. Попробуем обойти его. Угу. И по жопе его. Как-нибудь. Но это не то, что я хотел сделать. Сука. Отдай, блядь, вишню. Он ее сожрал. Получается, теперь придется лезть к нему в рот. Может, он его сожрет тогда? Все будет гораздо проще. Так, и что это такое? Ну-ка. Так. Чудесный план. Что это получается? Мы должны запрыгнуть сзади и... Ну так я же пробовал. Я же пробовал что-нибудь сделать. Во, во, он запрыгнул. Забрал вишню. И все. А вишню спиздила крыска. О, яйцо. Очень сильно упоротое яйцо. Сожрал. Может быть, теперь эта штука не будет нас доставать. И... Ну, давай. Не получилось. Я думал, ему сейчас как треснет ложкой по лбу. Ну, или в междуносье куда-нибудь сюда. И между дырье, потому что носа у него нет. Ну, и что мы можем? Потыкать мы здесь ничего не можем. Вот так вот. И на, сука. И на, блядь. И на. 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 Ага. Ага, ага. И что дальше? И на тебе, блядь. На. На. Ага. Он дал нам яичницу. А зачем? Кати, 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 кати. Давай, блядь. На тебе. Супер. Мы его разбили. Блять, это, по-моему, нашествие. Пора сваливать. А, ой, извиняюсь, я случайно. Всегда готов, как говорится, всегда готов. Вау, какая она здоровая. Ну, что-то есть подвох какой-то. Не ведись, не ведись на нее. Не все так просто. Бесплатный сыр только... Ну, походу, все. Я, честно, не пойму о взаимоотношениях этой крысы-картошки с чучелом. Потому что они то сражаются за одну и ту же вишню вдвоем, то они сражаются друг с другом. И как-то вообще ничего не понятно. А где? А что делать? Отдай! Отдай обратно, падла. Какой у них упоротый мир. Я не могу. Это просто, мать его, шедеврально. Ну еще, давай, давай. Хорошо. Ну нахер нам цилиндр.
Ох, как много шляп. Это типа его жертвы, наверное, да? Которых он поскидал, и все. В один конец. Ну, блядь. Ладно, мы уже довольно далеко зашли. Я предлагаю на сегодня на этом остановиться, потому что у меня уже кончаются нервные клетки при игре за этого чучела. Поэтому всем здоровья, счастья, хорошего настроения, а я на сегодня отчаливаю. Всем пока.